Всем добрый вечер. В эфире новости. Меня зовут Антон Скаль. Вот главные темы к этому часу. Вместо национального парка Горная Колывань может появиться национальный парк предгорья Алтая. Этот и другие вопросы обсудили на заседании с представителями Комитета Госдумы по экологии. На реке вдоволь искупался и заработал гайморит. Как и где? Лучше всего плавать в жаркую погоду, чтобы потом не заболеть. Как прожить 30 лет в браке и сохранить любовь и взаимопонимание? Семья Илющенко из Наукограда знает ответ на этот вопрос. Губернатор Виктор Томенко поручил принять из федеральной в краевую собственность плотину и канал на озере Белом. Дамба находится в поселке 8 марта Куринского района и признана аварийной. Если ее прорвет, то талыми водами затопит 8 населенных пунктов с населением 6 тысяч человек. После перевода плотины и канала в краевую собственность приступят к строительству дополнительного гидросооружения. Добавлю, дамбу возвели еще в 1734 году. Это объект культурного наследия. Вместо национального парка Горная Колывань может появиться национальный парк предгорья Алтая. Об этом стало известно на круглом столе по теме гособеспечения сохранения уникальных природных территорий. Он прошел в Белокурихе. Город посетили представители Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Об итогах совещания расскажет моя коллега Евгения Князева. Природный парк предгорья Алтая, площадь 40 тысяч гектаров, захватывает территории трех муниципальных образований – Смоленского, Алтайского и Солонешинского районов. Граничит с Белокурихой-2. Парк создали 2 года назад по инициативе правительства региона, и теперь он может стать национальным. В этом уверены депутаты Комитета Госдумы, которые посетили Белокуриху в рамках выездного совещания. По их мнению, новый статус позволит обеспечить предгорье Алтая дорогами и туристическими маршрутами. Там, где уже нету сельского хозяйства, но и надо сохранять именно те леса, которые в том числе и дают нам воздух. Здесь чистый воздух, да, и как раз, наверное, вот создание в таких местах новых ОУПТ и федерального значения, в том числе, наша основная задача. Также на заседании обсудили работу надзорных органов региона в части охраны природных ресурсов. По мнению председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, в крае недостаточно хорошо налажен контроль сохранности природных богатств. По его словам, нужно проверить качество контроля и надзора за лесами, водными объектами и добычей полезных ископаемых. Ну, когда из-за 17 килограммов золота, значит, распахиваются такие площади, которые потом не восстановятся никогда, я ответственно заявляю, рекультивации этих площадей окончательно не произойдет никогда. У меня возникает вопрос, а стоит ли овчинка выделки вообще в данном случае? И, на мой взгляд, тот вред, который наносится экосистеме при этом, он несоразмерен. По итогам встречи депутаты приняли решение вынести этот вопрос на обсуждение заседания Комитета в Госдуме, которое пройдет 17 июля. На него приглашена руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова. Также после круглого стола его участники приняли резолюцию, где обобщили рекомендации и предложения по дальнейшему системному развитию экотуризма и сохранению уникальных природных территорий в Алтайском крае. Евгения Князева, Антон Червяков. Новости. Продолжаем выпуск. Массовую гибель пчел в нескольких хозяйствах зафиксировали в Советском районе. 15 пасек пострадали в селе Никольское. В гибели насекомых пчеловоды винят фермеров. Притом поле в 4 километрах от села. Пробы с полей погибших пчел отправили на экспертизу в лаборатории Барнаула. Специалисты установили причину массовой гибели. По словам исследователей, подобный случай зафиксирован впервые. Мы обнаружили данный инсектицид и в трупах пчел в количестве 0,3 миллиграмма на килограмм, и в рапсе в зеленой массе 2,4 миллиграмма на килограмм лямбдоцигалатрина. Лямбдоцигалатрин – это считается пестицид или инсектицид, который действует на широкий спектр паразитирующих насекомых, применяется на большом количестве зеленых культур, то есть культур – это и злаковые, и горох.
Штормовое предупреждение продолжает действовать в Алтайском крае. С 6 по 11 июля в южных районах ожидается аномально жаркая погода. Температура может превышать 30 градусов. Кстати, не секрет, что в жаркую летнюю погоду многие едут отдохнуть на пляж. Правда, некоторые купаются там, где запрещено. Только за неделю в Барнауле нашли 16 нарушений. Но это еще не все беды. В грязной воде можно подхватить инфекции, которые перетекают в хронические заболевания. Как и где купаться, чтобы не заболеть, расскажет Полина Жданова. Погода в Алтайском крае очень переменчива, поэтому вода в реках и озерах прогревается неравномерно. А в солнечные дни купаться хочется очень многим, но вода может не только охладить в жару, но и здорово навредить организму. Когда у Людмилы Покорской заболели уши, она и не думала, что причина – поездка на озеро. Диагноз врача – отит, озадачил и расстроил девушку. В больнице ей сказали, что в уши попала инфекция якобы из-за того, что она купалась в грязной воде. Теперь Людмила опасается плавать в водоемах и не знает, как избежать рецидива заболевания. Врач сказал, что это заболевание является хроническим, но я не хочу отказываться от отдыха с семьей. Вот что мне теперь сделать, чтобы отит больше не проявлялся? Мы решили помочь Людмиле и выяснили, можно ли вылечить отит раз и навсегда. Оказывается, можно, главное заняться лечением вовремя. Наша героиня подхватила так называемое ухо пловца или наружный отит. Его симптомы – зуд в ушах, опухание или покраснение уха, болевые ощущения, прозрачные или желтоватые выделения, повышение температуры. Ну а если в ушах начинает стрелять, это явный признак того, что нужно срочно обратиться к врачу. Отитом можно заболеть как после купания в реке, так и в бассейне. Факторы заражения – хлор, загрязнение воды, переохлаждение организма. Кроме отита, вода может спровоцировать гайморит и другие заболевания носоглотки и ушей, в том числе и смертельно опасный менингит. Чтобы уменьшить риски, медики советуют внимательно выбирать места купания. В первую очередь купаться там, где разрешено, то есть в специально отведенных для этого местах. По возможности не нырять, то есть избегать попадания воды в уши. Ну и в дальнейшем, наверное, стараться самостоятельно не заниматься самолечением. Есть еще несколько советов от врачей и тренеров по плаванию. В бассейне и в любом другом водоеме способы защиты ушей одинаковы. Первое, после купания можно аккуратно подсушить уши теплым феном. Тщательно вытирайте ушные раковины изнутри. Ватными палочками при этом лучше не пользоваться, заменить на тонкие тканевые салфетки. Второе, существуют профилактические капли, но прежде чем их использовать, посоветуйтесь с врачом. Третий способ защиты – специальные беруши. Они бывают и взрослые, и детские. Но если вы уже заболели, не лечитесь самостоятельно. Обследуйтесь у оториноларинголога или терапевта. Они смогут назначить вам правильное и эффективное лечение, после которого болезнь не станет хронической. Полина Жданова, Сергей Балуев, новости. Миллион рублей перевела жительница Барнаула телефонным мошенникам. Накануне женщине позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что в Москве задержали группу мошенников, которая занималась продажей фальсифицированных медикаментов. Женщина, по словам неизвестного, была в числе пострадавших и ей положена компенсация. Но чтобы получить ее, необходимо оплатить судебную тяжбу. Женщина поверила мошенникам и перевела на счет миллион рублей. Сотрудники полиции проводят все необходимые мероприятия для того, чтобы раскрыть это преступление, установить подозреваемых, ну и, соответственно, по возможности вернуть принесенный материальный ущерб. К сожалению, схем мошенничеств в настоящее время очень много, и наши сограждане страдают от них. Начиная от таких схем, которые уже, собственно, набили всем оскомину, как ваш сын, ваш брат, ваш внук попал в беду, распространены схемы, вот как раз связанные с возвращением компенсации за лекарственные препараты, схемы, связанные с тем, что вам положен крупный выигрыш, страховка. Уникальных архивных документов представили на выставке «Православный Алтай. Связь времен». Возможно ли уместить несколько веков истории в одной в экспозиции, расскажет Анастасия Меньшакова. Личное дело самого известного барнаульского священника Анипадиста Антоновича Заводовского, который служил в городе Барнауле при Петропавловском соборе в конце 19-го, начале 20 века. Его авторитет был настолько велик, что в годы репрессий церкви при советской власти анимпадиста не арестовали. Протоиерей за 89 лет жизни проявил себя не только на церковном поприще. Он был общественником, получил право носить знак Красного Креста. Есть даже благодарственное письмо от Российского пожарного общества.
Познакомиться с этими и другими документами можно на выставке «Православный Алтай. Связь времен» в Музее «История православия на Алтае». Там можно изучить более 100 уникальных архивных документов от середины 18 до середины 20 века. К 25-летию епархии мы в этом зале разместили выставку, совместную выставку с Краевым государственным архивом, которая посвящена как раз православной истории. Вообще в этом зале собраны документы и материалы об истории Барнаульской епархии. Здесь представлены как и иконы, предметы церковные, которые находились на приходах Барнаульской епархии, так и документы, которые рассказывают об истории церкви, об истории священников. Распорядительная документация, фотографии, личные и архивно-следственные дела священнослужителей на выставке охватывают дореволюционный и советский период. Всего в Краевом государственном архиве около 2,5 миллионов единиц хранения, так что эти 100 документов музея – лишь небольшой срез истории православия на Алтае, но очень показательный. Петропавловский собор. Ведь до нас, современников, ничего не осталось, не сохранилось. Но документы, сохранившиеся документы Госархива показывают и фрагментарный чертеж, по которому мы можем себе представить, как выглядел храм, документы, рассказывающие историю строительства этого собора, где он располагался, как выглядел. Иконы и другие церковные предметы останутся в стенах зала навсегда. А вот совместная с Госархивом выставка продлится до 15 июля. Она находится по адресу проспект Ленина, 17. Вход бесплатный. Анастасия Меньшакова, Роман Хайрулин, новости. Как прожить 30 лет в браке и сохранить любовь и взаимопонимание? Семья Илющенко из Наукограда знает ответ на этот вопрос. В этом году, в преддверии Дня святых Петра и Февронии, они получают общественную награду за любовь и верность. С родителями 5 детей познакомилась Полина Жданова. У нас иногда звонят знакомые, ну просто в разговоре, да, и спрашивают, где у вас дети дома? А почему так тихо? Почему должно быть громко? Крики и наказания в этом доме недопустимы. Супруги Илющенко детей понимают, принимают и поддерживают. Вырастить сына и 4 дочерей – задача не из легких, но Елена и Владимир с юности знали, что создадут большую семью. Елена Илющенко считает, что достойного поведения ребенка можно добиться только собственным примером. Мне детей не надо воспитывать. Их невозможно воспитывать, потому что каждый ребенок – индивидуальность, каждый со своим мировоззрением, со своими эмоциями. Поэтому я считаю, что детей нужно просто, наверное, любить и вовремя слышать то, что хочет твой ребенок. Елена и Владимир познакомились, когда были подростками. Залогом крепких отношений считают дружбу партнеров. Говорят, нужно изначально быть на одной волне. Супруги не понимают современные пары, которые женятся и заводят детей, потому что так надо. Прислушаться к мнению Читы Илющенко можно хотя бы потому, что в этом году они отметят 30-летие брака. Ну, если купить дома рояль, то ты станешь пианистом. Так же, как вот завести ребенка, прям правильно, да, вот вообще, что значит завести собачку, рояль можно купить. Ребенок, если родители этого хотят, если они готовы себя видеть. Как Жак-Жан то сказал, что если в твоем доме до 40 лет не поселились детские голоса, после 40 там появятся кошмары. Елена посвятила себя воспитанию детей, а Владимир взял на себя роль добытчика. У него собственное производство мебели, поэтому проект «Дома своей мечты» они с Еленой разработали и воплотили сами. Теперь семья часто собирается за одним столом. Супруги Илющенко приедут в Барнаул получить заслуженную медаль за любовь и верность как пара, которая своим примером показывает, каким должен быть настоящий семейный очаг. Полина Жданова, Сергей Балуев, новости. Почти 200 тысяч рублей удалось собрать на лечение 2-летнего мальчика из Тальменского района. Жители региона пожертвовали средства, приняв участие в благотворительной акции «Подари сердцам жизнь». Наш телеканал запустил ее совместно с торгово-производственной компанией «Велкен». Мы решили помочь детям, которые нуждаются в дорогостоящих кардиологических операциях и реабилитациях после них. В рамках акции 1 рубль с каждой проданной пачки алтайских семечек перечисляется больным детям. Сегодня собираем деньги для Кости Ватикова, который проживает в Тальменском районе. Ему всего 2 года, у него больное сердце и требуется срочная реабилитация после операции. Необходимая сумма – 460 тысяч рублей. За 20 дней акции собрали почти половину средств – 200 тысяч рублей.
Акция продолжается. По предварительным подсчетам, всю сумму на лечение мальчика удастся собрать через месяц. Отметим, на данный момент произведено больше 50 тонн акционной продукции. Китайские семечки, специальная символика сердца на каждой пачке, можно приобрести не только в магазинах города Барнаула, но и в других 14 регионах России, в том числе и Казахстане. В июне продукция станет поступать в розничную сеть, и с первой пачки начнется сбор средств для ребенка. Акция стартует со сбора средств для мальчика Кости Батякова. Ему 1,8 лет, у него больное сердце, и срочно требуется реабилитация после операции. На этом у меня все. Итоги этого дня подведем вместе с вами в 20:30. Не переключайтесь.